Всех рад приветствовать на канале Охота Актив, и сегодня у нас полюбившаяся всем рубрика «Распаковка». Да, еще хотелось бы сказать, кто не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, и я бы хотел еще вам порекомендовать один интересный канал, это Топ Хантер ТВ. На нем вы найдете массу экспериментов, массу интересного видео, а именно видео про оружие и про любовь к нему. Так, а сегодня мы будем распаковывать золотую классику, а именно для тех, кто любит оружие с историей. И это сегодня будет Дерия Карина. Давайте побыстрее распакуем, и я вам сейчас покажу, что это такое и чем оно меня так заинтересовало. Здесь у нас различные документации. В этих черных пакетах шестигранники для разборки оружия. Также еще один пакетик. Возможно, я из какого-то другого ружья. Ну, давайте сейчас их вскроем и посмотрим. Лучше положили бы что-нибудь туда. Я не положили. Мануал. Так, это у нас... Да, слушай, круто. А, это увидят только те, кто приобретет это оружие. Я так... Так я тебе и рассказал. А вам, дорогие подписчики, конечно, сейчас все покажу. А если вам не положили что-то, то вы по этому QR-коду, например, открываете коробку, а там ничего. Да, ну такого быть не может, но все равно. Если вам что-то не положили и вам какая-то информация нужна, есть QR-код, по которому вы можете пройти на ссылку, где будет подробная инструкция по этому ружью. Так, а в черном пакетике у нас стоится следующее. Инструкция по эксплуатации, в которой предельно понятно изложено, как разбирать это оружие, потому что оно подлежит чистке, как и все оружие, плюс еще здесь нестандартное устройство его. Очень интересная компания тем, что всегда идет ногу со временем и не забывает старые тенденции оружейного дела. Они вводят постоянно в оружие что-то новое, что-то дорабатывают, устанавливают суперкрутые станки, выпускают суперкачественное оружие. И делают очень хорошие реплики. Давайте теперь посмотрим, что это. И перед вами Дерия Карина. Смотрите, какая красота. Это у нас помповик с длиной ствола 510 мм. Заряжание идет благодаря цевью, передергиваете цевье, тем самым перемещая затвор, и подается новый патрон, выкидывается стрелянный. Что здесь еще интересно? Вес этого оружия 3 кг 160 грамм. Общий габарит 101 сантиметр. Но самое интересное, друзья, что это реплика ружья Итака 37. Модели 37. Вот. Про это ружье вам хочу сказать, что оно прошло две войны. Вот именно Итака, модель Итака 37, оно прошло две войны. Вторую мировую и вьетнамскую. Здесь имеется вот такая защитная сетка, защитный кожух над стволом, чтобы при большом настреле вы себе не обожгли руку или какую-либо другую часть тела. Присутствуют антапки. Приклад и цевье выполнены из высококачественного ореха. Причем орех взят не низшего класса, а, мне кажется, в районе среднего. Потому что здесь есть и свилеватость, и вот такая тигровость тоже присутствует. Но еще все-таки цвет ореху придает высококачественный лак, которым покрыты все деревянные части. На это оружие, благодаря этому покрытию, вы смотрите не только с точки зрения, как на оружие, а и на нем приятно всегда остановить глаз и приятно посмотреть, пощупать, потрогать, а как из него хорошо стрелять. О, вы можете увидеть это на канале Top Hunter TV, про который я вам говорил в начале ролика. Там скоро выйдет выпуск, где мы стреляем из этого оружия. Посмотрите обязательно. Это вам понравится. Ствольная коробка, ствол, все детали механизма, скоба, абсолютно все выполнено из оружейной стали. Это придает прочность конструкции, это придает надежности этому образцу. Ну и, конечно, когда вы будете эксплуатировать это оружие и эксплуатировать довольно-таки часто, по мере возможности, оно у вас не будет подводить, оно будет вас радовать, радовать, радовать и дарить незабываемые эмоции.
Схема разборки этого оружия принципиально отличается от всех остальных. Здесь, чтобы разобрать его, вам необходимо открутить гайку, открутить один винт кожуха, снять это все, повернуть ствол по часовой, и он у вас выйдет из зацепления со ствольной коробкой. Схема хорошая, рабочая, но чуть-чуть все-таки долговато это разбор, потому что чувствуется, оружие разработалось все-таки в 1913 году, а в производство вступило в 1937. Но эта сложность конструкции не помешала оружию стать уникальным и актуальным по сей день. Это оружие подойдет тем, кто любит стрелять, кто любит получать удовольствие от владения красивым оружием. И все-таки это история. История, которая прошла сквозь года. Оружию, можно сказать, уже 100 лет, этой схеме, можно сказать, 100 лет. И компания Дерия воплотила ее в превосходном качестве и в превосходном варианте. Так что владейте таким оружием, получайте удовольствие. И сегодня хотим поделиться радостью, что пришли новые ружья Remington. Называется SC216. И чем она уникальна, покажу вам буквально сейчас. Поставляется вот в таких картонных коробках. Давайте распакуем одну, а потом расскажу вам про другую. Открываем нашу красотищу и видим вот такую небольшую модельку оружия. Смотрите, какая она изящная, маленькая, самое главное. И под калибр 410. Здесь есть дульные сужения. Полный комплект находится в коробке. Два находятся у нас в стволе. И три у нас находятся вот в такой коробочке. Смотрите, какие красивые маленькие дульные сужения. Калибр 410 на 76. Здесь 76 патронник. Если я не ошибаюсь, да, на 76. Длина стволов составляет 710 миллиметров, а масса оружия 2 килограмма 300 грамм. Общий габарит 110 сантиметров. Ну а когда эта моделька сложена, у нас весь габарит скрадывает только стволы, которые 710. Вот, компактненькая, можно сунуть ее в рюкзак, она довольно-таки легкая, 2 килограмма 300 грамм, это, можно сказать, ни о чем, это средняя масса рюкзака. Взводится и открывается оружие благодаря вот этой скобе, она же является непосредственно скобой спусковых крючков. Предохранитель у нас флажковый, если вы видите красную точку, значит оружие готово стрелять, если ее не видно, значит оружие на предохранителе. Причем спусковые крючки блокируются довольно-таки основательно. Так, из этого ружья удобно прицеливаться благодаря вот такой латунной мушке на конце дульного среза. Давайте посмотрим, какая еще версия этого ружья есть. Так, она у нас вот в этой коробке. Так, это нам не пригодится. Само ружье. А здесь у нас уже версия в орехе. И здесь габариты у нас чуть побольше. Ружье в орехе будет занимать у вас место в сейфе в собранном виде 113 сантиметров. Значит, пластик у нас получается короче на 2 сантиметра. Так что вот здесь установлены экстракторы, чтобы удалять стрельную гильзу из патронников. А так простая, легкая модель, ну и самое ее главное свойство, то, что она может вот так складываться, и вы ее легко можете перенести, куда вам удобно. На затылке имеется вот такая пластиковая вставка в верхней части затылка. Сам затылок резиновый, но вот верхняя часть пластиковая, это для того, чтобы, когда вы оружие скидываете или прикладываетесь к нему, когда вы его поднимаете снизу, чтобы вот этот затылочек не цеплял вам одежду. А когда дошел до плеча, четко вставал на свое место. И выстрел, птица падает, у нас счастье на лице, и все благодаря хорошему ружью.
Мы сегодня с вами познакомились с интересными ружьями, с новинки оружейной отрасли, а именно Дерри от компании Дерри Ружье Карина и с Ремингтоном SC216. Надеюсь, материал был для вас максимально полезным. И спасибо вам за уделенное ваше время. Любите ваше оружие, и оно вас никогда не подведет.